друзья, уходящий год мне хочется помянуть добрым словом. Именно в этом году мы с вами, именно мы с вами летали в космос, строили новые города, писали книги, воспитывали детей, строили многие новые дороги на Земле, создавали новые семьи. Но, наверное, так уж устроен человек, и особенно наш советский человек. Чего бы он ни достиг сегодня, завтра ему уже будет мало. И он обязательно пойдет дальше за своей мечтой. И мне хочется пожелать, чтобы в новом году все мечты сбывались.